новое семейство. Над горизонтом вот она заря, огонь зажжется, все уже готово. Но мы понять хотим, что это все не зря. Пусть прозвучит таинственное слово. Дорогие друзья, уважаемые гости, Гена и Вероника. Сейчас мы с вами переживаем один из самых волнительных и волшебных моментов вашего праздника. Сейчас мы просим посмотреть вас в глаза друг другу и загадать одно желание на двоих. Сказать его друг другу на ушко, чтобы абсолютно никто из присутствующих гостей не услышал. Оно останется только между вами. Слова, произнесенные всерьез, в них столько смысла, столько нежной страсти. А мамочки сквозь ком нежданных слез желают детям счастья, только счастья. Так пусть же воссияет до небес огонь любви, прекрасней чародейства. Отдайте мамы с капелькой сердец огонь уж повзрослевшим детям. Вероника, Гена, можете подходить к родителям. Всех огоньков, которые сияют на планете Земля, видеть то окошко, где горит твоя семейная свеча. Bravi! Evviva gli sposi! Evviva gli sposi! Мы специально не просили мам задушить свои свечи. И сейчас ровно на счет три мы попросим это сделать. И ровно после этого дымок от ваших свечей поднимется туда, где сбываются все желания. Одно из них – желание ваших детей. Мама, раз, два, три. È bellissimo tutto ciò! Сегодня в адрес наших ребят было сказано очень много приятных, хороших слов. Но сейчас настала очередь им предоставить слово. Мамочка, ты всегда любила, очень большой пример.
Хотела поблагодарить вас, за то, что воспитали нас такими, какие мы есть. Причем каждый из вас воспитал каждого из нас по отдельности, по-своему. Мам, хочу поблагодарить тебя за тепло, за заботу постоянную, с утра и до ночи. Даже в 23 года, даже когда я уже вот женат, постоянно. Но это очень приятно. Спасибо тебе большое. Папа, у меня есть папа, есть Валерий Зурабиевич, есть друг, есть кореш, есть братан, есть просто чувак, который можно пойти посидеть, попить чай, сок, кофе, виски, все что угодно. Спасибо тебе большое за то, что дал шанс почувствовать себя мужчиной, за то, что ты научил быть меня мужчиной, и за то, что всегда был рядом в самые нужные моменты, когда мне нужна была помощь мужская и плечо отцовское. Спасибо тебе большое. Ванатая, спасибо вам большое за то, что в нужный момент дали мне правильный совет и поддержали меня кое в чем, о том, о чем знаете только вы и я. Спасибо вам большое за дочь, которая прекрасная, красивая, умная. Комплименты можно говорить всю ночь и все утро и весь день. Вы воспитали очень достойную дочь. Очень достойно. И я вижу в ней такие яркие, горящие глаза, ваши глаза. Поэтому спасибо вам тоже. Ecco qua una donna che ha pianto. She's crying, she's crying, she's crying very, very. My son is married, my son is married. She's crying, ura! The mom is close to me. Is the tavolo VIP, VIP table. Con la sigaro. Allora, sigaro.